Большая опасность прямо рядом с нами. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, от чего стоит защититься таджикам. Вы должны знать, чтобы предотвратить. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого нового. В Таджикистане сохраняется опасность схода лавин. Об этом предупреждает агентство по гидрометеорологии республики. Синоптики отмечают, что вероятность такого погодного явления сохранится в период с 12 по 15 февраля, особенно на горных участках. Так, сход лавин спасатели прогнозируют на склонах Гисарского, Туркестанского, Зеравшанского хребтов и местами на западе Гбао. Также гололед и вероятность схода лавин сохраняются на автодорогах Душанбе-Чанок, Душанбе-Ляхш, Душанбе-Рашт, Душанбе-Сангвор, Ванч-Харок, Харок, Ишкашим-Мургаб, Харок-Джиланды. А как вы относитесь к такой погоде и встречали ли вы проблемы и сталкивались ли вы с большими проблемами из-за погодных явлений? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Для того, чтобы оказать всестороннюю помощь тем водителям и пассажирам, которые на данный момент оказались заблокированы между этими лавинами, также со стороны спасателей КЧС и дорожной службы АРС, кроме того, Министерства транспорта и Министерства внутренних дел, организованы группы, ведутся работы. Уже более 100 пассажиров и водителей частных автомашин, которые работают извозом пассажиров из Душанбе в Худжанд и наоборот, они сейчас эвакуированы на базу спасателей. Им предоставлена горячая еда и теплое помещение. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны, в свою очередь, призывает водителей быть осторожными во время движения по горным дорогам. Шоферов легковых автомобилей, а также большегрузов просят по возможности воздержаться от поездок по крупным трассам. При планировании поездки им рекомендуется узнать о состоянии дорог. В Горно-Бадахшанской автономной области ожидается облачно с прояснением, в отдельных районах еще пройдет небольшой снег. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем минус 2, плюс 3. В долинах Сагдийской области временами дождь и в горных районах небольшой снег и туман. В Хатлонской области преимущественно без осадков, местами туман. В районах республиканского подчинения температура в долинах ночью 2-7 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В Душанбе облачно с прояснениями ночью и утром без осадков. Во второй половине дня временами небольшой дождь, туман. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла. Вы ждете приход весны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!